Всем привет, это Сергей Серебряков, проект «Трение». В общем, сегодня замерили Вику. Этот переломный момент, он самый сложный в жизни каждого, когда ты долго тренируешься и кажется тебе уже, что ты добился чего-то уже выдающегося, вот этот момент, он самый сложный, его нужно перебороть. Мы должны обладать некоторым набором знаний. Не обязательно мы должны углубленно знать анатомию, биохимию, биомеханику и все, что с этим связано. Просто элементарные какие-то понимания, элементарное понимание, которое нам позволит не сойти с пути через месяц, через два. То есть, ну вот, допустим, все думают, что за три месяца придут и накачаются. Не накачайся за три месяца, ничего вообще с вами не произойдет, кроме как только вода сольется и все. И вы должны это понимать, что через три месяца у вас только-только перестроится организм, начнет функционировать, если еще начнет, конечно, функционировать. И вы понимаете, что да, через три месяца я буду практически так же выглядеть, но некоторые изменения какие-то небольшие, незначительные будут, и все. То есть нам нужно больше времени, вы это понимаете. И по всем остальным моментикам, которые нам будут попадаться на пути достижения нашей цели – красивое тело иметь и здоровое. Второе, допустим, вы пришли, у вас есть какой-то набор знаний, не просто вы пришли и начали делать всякую ерунду, типа групповых занятий, прыгать, скакать бешено и думать, что у вас будет жир уходить от этого, не будет жир уходить от этого. И вы это знаете прекрасно, и поэтому вы выбираете правильный режим тренировок, правильный режим питания, когда вы себя не мучаете голодом, и вы понимаете, что мучая себя голодом, у вас жир не будет уходить, у вас будут совершенно другие процессы происходить с вами. И уже понимать, что я вот это делаю правильно, потому как через вот такой определенный срок должен быть вот такой определенный результат. И вот, зная, понимая это, вы на полпути не сойдете с дороги. Ну, обычно у девочек возникает вопрос, мне тоже часто подходили, спрашивали, вот я боюсь перекачаться, будет у меня бицепс, не будет у вас бицепс, как у мужчины. Даже вопрос встает, а накачаетесь ли вы вообще? Потому что это достаточно такой сложный процесс, и без определенных знаний вы это сделать не сможете. Потом выше физиологической нормы вы не сможете перепрыгнуть.